Компьютер, программа для звукозаписи и MIDI-клавиатура. Творческие товарищи Михаила Левина. Ему 19 лет. Он будущий звукорежиссер. Ну, звукорежиссер занимается, во-первых, записью инструментов, потом там правкой всех этих записанных дорожек, там, условно, обрезать там где-то дорожку, где-то подвинуть, где-то склеить, потом обработка всякими эффектами, сведение. Это всего лишь один из этапов рождения композиции, но чтобы им овладеть, нужно много времени. Сначала отучиться в школе искусств, потом в колледже. Пройдет десятилетие, прежде чем мелодия зазвучит складно. Что так надо. Один из наших преподавателей работает на студии в Москве, и он приглашает к себе на студию просто на записи, в том числе артистов даже. В колледже готовят профессионалов под ключ, объединяют три специальности – звукорежиссеров, композиторов, аранжировщиков. Все это вместе – музыкальное продюсирование. Огромное количество предметов за эти 4 года – сольфеджио, гармония, музыкальная литература, история музыки 20 века, анализ музыкальных форм, аранжировка, композиция, инструментоведение.